алейкум. Раннее утро. Город Буйнакск, Дагестан. Идем. И вот пампурсики. Смотрите, детский дом. Еще советских времен. Чуть позже вам покажу. Бор. Алина, расскажите, а какие дети, с какими просто судьбами? Я слышал, что здесь есть и без родителей, да? Есть без родителей тоже. У нас отказники есть. Родители есть, но сами же отец, мать отказавшиеся. Такие тоже есть. Но эти дети у нас больные дети, которые не жизнеспособны, короче говоря. Не живучие дети. Да. Хотя родители могли, просто я не понимаю сама таких родителей, могли, конечно, они... Ну, сколько им жить? Угу. И что получается, такие дети у вас здесь есть. Заканчиваются? Да, такие дети у нас есть. Сейчас один такой ребенок у нас вот в изоляторе, двое пока у нас в больнице. Вот из этих детей слепые, глухие, и другое вместе. Ну, в основном здесь дети особенные, да? То есть с болезнями. Да, болезнями у всех есть что-то, но есть у каждого. А после 4 лет куда они? После 4 лет забирают родители. Своих же родителей? Да. А здесь они же с заявлением. Есть такие дети у нас, малообеспеченные семьи, которые разведенные, на квартире, нет работы. Или вот с семьями на рынке сидят. А есть кто, получается, вообще без родителей? Есть. И кого их не забирают? И после 4 лет они вот инвалиды в инвалидные, другой. А то в интернете вот эти вот. Здравствуйте. Умар. Улыбаешься, да? Да вот это и малыш. Год и 8. Одевай. Смотри, какой маленький. Колесики. Это у тебя сарик, да, у тебя? Или что это? Ёлки-палки. В этой группе она самая младшая, да? Да. Смотри, такой. Годишка. Давай, сейчас сделаем. А есть такое, чтобы забирали, вот, приезжать? А вот которые нам не надо, дети, все. Таких вот здесь нет. А тут в здании есть? Есть, есть. А кто-то забрать же может? Ну, можно, но ж... недавно, по-моему, забрали, да, у нас? Его как звать? Адам. Адам? Адам. Ну, приезжают? Приезжают, забирают домой. Каждую пятницу посещение родителей у нас. Приходят родители, посещают. Я на 100% уверен, что это девочка. Муса? Муса! А, Муса? Иди сюда, Муса. Иди сюда, смотри. Смотри, Муса. Иди сюда. Иди еще ближе, иди. Нет. Смотри, близко не подходит, смотри. Муса, иди сюда. Смотри. Иди ко мне, иди сюда. Да, Мадина, очень, конечно, у вас работа. Может, привыкли? Они уходят, когда уже выписываются, а нам их настолько жалко бывает, как будто у нас здесь хорошо, а дома им будет плохо. Ой, божечки. Здравствуйте. Здравствуйте. А здесь самый младший. Да. Кто у нас? А как звать? Джамгарат. Джамгарат. Маленькая такая. Ты
Ну, эту малышку как звать? Джамиля. Джамилю. Это у нас... Алина. Алина? Алина. Асточка такая. Где... Адиля, то есть. А что ты такая глюшная? Глюшная, глюшная. А это кто у нас? Салим. Салим? Держись, держись, держись. Сиди, 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 Салим. Они разбегаются, наверное, если вы их достаете. Как муравьи. Ага. Вот так. Ты думаешь, ала? И глазки у тебя красивые, Салимчик. Ну все, все. Все, Салимчик, все, все, мамина, все. Дядя появился, тут появился, ушел, ты пришел. На, сосочка. На, сосочка. Не, не, не. Будешь, нет? Будешь соску? Не хочешь сосочку? Смотри, какая у нас игрушечка есть. Смотри, какая. Ой, Салим. Смотри. Смотри, какая у тебя игрушка есть. Смотри, какая игрушечка. Маленький, только не плачь, родной. Такой холёсенький, такой прям маленький. Зубки уже полезли у тебя, да? У тебя уже зубы, да? Джамиля, а тебе что, внимание не уделил дядя, да? О, холёсенькая. Джамилик. О, Джамиля. Привет. Привет! Привет! А ты почему такая грустная? Ну почему ты такая грустная? Не выспалась, да? Не выспалась? А? Какие у тебя пальчики хорошие, маленькие. Ой, у нас Салим. Салим опять завалился. Салим опять завалился. Ага. Все, я знаю, кто у нас будет бабочек ловить летом. Ты тоже, ты, по-видимому, еще не проснулась, да? А как звать? Привет. Мультики смотришь. Да. Дай ручку, дай. Дай ручку дяде. Ты меня сейчас покусать решил, да? Хороший. А? Ты что, меня решил укусить? А? Смотри, я уже буду кусаться сейчас, а? Давай, смотри. Держи. Ну, у него же ДЦП, я понимаю. И родители есть. Нет, без родителей. Отказались от тебя родители. Очень жаль. Какой прекрасный малыш. Какой прекрасный. А улыбка какая. Смотрите, какая улыбочка. А? Ну, так, только не кусайся. Не хочешь отпускать? Да? Ну все, давай, пока. Мы еще придем к вам в гости, хорошо? Здравствуйте. 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 У вас завтрак? У нас второй завтрак. У нас. Второй? Привет. Ну, давай улыбайся. Давай улыбайся. Ты фрукты? Ты меня ругаешь, да? Чтоб я не трогал вас здесь, малыши. Давай, вот он показывает, да? Ну как звать его? Айдар. Айдар? Айдарчик! Что у тебя, покажи? Это груша у тебя, да? Груша, да? Мандарин. Груша, а мандаринка где у тебя? Привет. Тебе нравятся груши, любишь? Да? А как этого мальчика зовут, хорошенького? Исмаил. Исмаильчик. А, Исмаил. Посмотри на дядю. Ты такой скромный у вас. Они очень стеснительные, когда чужих видят посторонних. Они стесняются. Что, кушай, да, кушай. Уминат. Стесняйся. Ты стесняешься, да? Они, получается, между собой двоюродные. Да.
А ну, ты что там? А ну, все, этот нам сейчас все расскажет. Кушаешь? Яблочко? Это маминад? Да. У нас строго по сетка занятий, и музыкальные занятия. У нас и логопед, и дефектолог. А если у нас детки болеют, получается, всякие вот они выходят на улицу? Смотря как болеют. Угу. Если бывают такие там сопельки, мы оставляем... Иди сюда. Иди сюда, хорошенький. Маленький, давай. Они даже маленькие. Я пошла уже кушать. У нас 7 часов завтрака, 9 часов второй завтрак, 12 почти у нас обед, полдник, ужин. Что? Ну, где маска, говорит, у тебя, снимай маску. Давай так, идем, идем. Всем пока. Пока, девочки, спасибо. Спасибо. Пока. Здравствуйте. Привет, малыши. Это у нас старшие. Здравствуйте. Здравствуйте. Маша. Здравствуйте. Чего не здороваешься? А, иди сюда ко мне. Иди к маме. Иди, иди к маме. Иди к маме. Давай. Это же моя дочь. Да. Это Маша? Мама. Это Маша. Это моя Миша. Дочь. Миха. Вот привет. Миха. Привет. Ее сестра. Это Миша. Сестрой. Это уже родные? Да, 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 вот они втроем родные. Вот они втроем родные. Мама работает. Или... Айна. Айна. Навещает за руки. Мама болеет. Болеет мама. Мама. Когда наверху это зайчик, да, прыгает, а когда внизу это медвежонок идет. У вас что, Миша, покажи елочку, Миша. Пойди елочку. Где елочка? Это... Пошли, покажешь елочку. Ты тоже хочешь? Маш, Маш, пошли елочку посмотрим. Знаешь стишочек? А ну давай, встань возле елки. Елка, елка, наша елка выше, выше папы, выше мам, достает до потолка. Забрались, забрались на тетю. Червячки да, какие-то это, точнее, что? Червячки. Иди. Ну, иди ко мне. Смотри. Аминка тебя зовут, да? Аминка. А это брат ее, Михаил. Ой, это ой, София, меня зовут Айна. Айна? Умничка. Такая холёсика, маленькая девочка. Ну, ну, конечно. У тебя уже 5? Да. Что там у вас? Ух ты, а что написано? С Новым годом, Дедушка Мороз. Точно, точно, так и есть. КамАЗ есть, пирамидка, кегли, машина, КамАЗ. Ой, ну это, конечно, это самое важное, это постельное белье ваше. Ага. Это кофточки ваши, да? Ну все. Вот смотрите, как у вас здесь белые носочки, колготочки. Вообще прелесть просто. Это Новый год. Это все колготки. Угу. Это носки. Носочки? Да, а здесь колготки. Короче, девочки решили показать все хозяйство домашнее. А тут эти. Молодцы, молодцы. Всем привет. Спасибо за подарочки. Мы тетям всем передадим от тебя благодарство. Вот, и тебе приветик. Тети, дяди, всем спасибо за подарки. Папа! Хорошие эти, да, девочки? Давайте, растите большими, здоровенькими. Все, пока. Айна, помашите. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, хорошенькая. Все, давайте. Что ты пишешь? А вообще, что она же вам с вами делилась? А? Ага. Что она что говорит? Никто не болеет, сейчас Дед Мороз подарки принесет. Я зеленый хочу. Какую хочешь? Зеленый. Маша, зеленая это что? М? Маме скажи, что зеленая. Зеленая, что ты хочешь?
А? Лето хочешь? А, лето хочет. Лето все хотят. Лето хочет. Будьте занесите ту группу. А какой? У нас там дезерт. А. Вот сюда, да, вот сюда. Возьмите, пожалуйста, там. Там мы не будем заходить. Да, здравствуйте, возьмите. Спасибо. До свидания. До свидания. А сейчас я вам покажу территорию садика. Не знаю, почему садика сказал детского дома, потому что на самом деле после посещения этого детского дома ассоциация остается, как будто дети всего лишь в садике. Очень добрые и отзывчивые, и прям мамы, сами воспитатели. Смотрите, я так понимаю, что это еще Советского Союза было построено здание. Смотрите. Мадина, а сколько уже действует детский дом вот этот? Ой, это очень 57 или 53. Это вот, я же говорю, еще все советские времена. Да, да, здесь. Да. У нас и не так было. Здесь вообще мы каждую субботу подметали, сами выходили здесь кучками-кучками там. Это после того, как Тайге пришел, это все после него. Вот как он пришел, сделал эту всю красоту, навел нам. Да. Ёлочка замечательная. Да. Не будем больше вас задерживать. Все, спасибо. Всего лучшего.